stay out of this. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of lust for revenge? No, it's called Nano-Machine, son! Что ж, мы рассмотрели Гарджура. Теперь давайте рассмотрим то, чем вы будете делать пиф-паф. Чего? Блин, ни одному интересно, кто это написал. Давайте рассмотрим вооружение, которое вы будете использовать. Вооружение! Я бы хотел начать с револьвера. Сколько мне известно, существует целая тонна разных револьверов в игре. Но я рекомендую использовать амбассадор, ибо он имеет в себе отсылку к транквилизатору, используемому в Metal Gear Solid. Если быть точнее, то попадание в тело не сразу укладывает противника в сон. Это делает попадание в голову, причем в сон вечный. Можете использовать праздничный вариант, ибо он больше похож на транквилизатор. Далее следует нож. Здесь уже как-нибудь сами разберитесь, потому что я не знаю, какой вам больше всего по нраву. Может, вы хотите валить всех, после чего убежать скрыть перепуганной бабульки из GTA San Andreas? Может, вы хотите стать черным волшебником, использующим черную магию, с помощью которой вы можете косплеить жертву или высасывать из нее здоровье? Может, я не знаю, как его хотите стать, но, блин, вариантов настолько много, что я просто блюю ими себе на лицо. Так, что там осталось? Часы Бонда. В общем, не используйте звон смерти, так как он показывает, насколько ужасно вы играете шпионом. Да ладно, шучу. Можете использовать любые. Только это, ребят, не палитесь. Последней вещью, которую я бы хотел рассмотреть, будет жучок. Да фиг его знает, но это точно не магнитофон. Если, конечно, вы не мазохист. Стэб. Контроллер, я же к тебе не контролируюсь. Что? Контролируешь? Что это контроллер? Ocelot, we're not done yet. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Ademska. What's yours? John. Don't see-